Леонардо Хобби. Гипермаркет, который открылся в августе месяце в Брянске. Мы, конечно, не остались без покупок и кое-что приобрели. Там 60 тысяч видов всевозможных товаров, рядов очень много, что можно запутаться, несколько раз проходить мимо рядов и не знаешь, надо идти в этот магазин в Леонардо и записывать конкретно, зачем ты идешь и что ты себе хочешь приобрести, потому что очень много товара. Но я приобрела себе то, что хотела. Ну, естественно, не обошла без семян. Я приобрела Богата Хата F1. Это томаты, ранее спелый гибрид. Очень хороший, хвалят его растения высотой где-то 35 до 50 сантиметров. Они штамбовые, плотные, сладкие, такие сочные. И факт то, что они запах такой хороший, аромат у них очень хороший. Вот этот томат очень хвалят. Лук репчатый эксибишн, это я хочу на пробу. Все хвалят, говорят, что получаются хорошие головки. Ну вот попробую. Он средне-поздний, урожайный сорт. Попробую через рассаду посадить вот весной. Так как я высаживаю всегда чернушку эту под зиму. Ну вот попробую весной, что у меня получится. Сделаю эксперимент. Потом покажу, что у меня получилось. Купила я давно хотела себе мыльную основу, вот такую вот. Вот она стоит вот это 190 рублей, эта мыльная основа. Вот к этой мыльной основе взяла краситель гелевый, клубничный, вот такой вот, 15 грамм. Чтобы было мыло наше не белым, вот такое, а будет цвет такой розовенький сделаю и темный. К этой мыльной основе взяла такие вот формочки. Профессионально пластиковая форма называется. Вот такой тип будет у меня виски бутылка. Вот такая вот формочка. Интересное будет мыло. И вот такой вот форма, так называется она, пластиковая форма, лаванда. Будет лавандовое мыло, но лаванда на сирене, но мы сделаем розовенькую лаванду. Ну, добавим, может быть, что-нибудь будет лавандовое. Так, значит, это вот с этого приобрела. Они стоят 69 рублей, как я сказала. Мыло стоит, вот это мыльная основа, выдумщики, вес 0,5 килограмм, 190 рублей. А краситель, он стоит 75 рублей. Вот эти пластик лаванда 69 и вот этот бутылка тоже 69 рублей. Так, значит, приобрела я вот такую, вот такой платочек. Именно называется Валентина. Вот такой платок. Горошком такой. Вот размер сейчас посмотрю. Вот такой симпатичный платочек. Так. Вот такой вот подарок, ювелирный бисер. Это мне подарил сын с невесткой и внуком. К 8 марта они взяли в Леонардо здесь сертификат на 1000 рублей. И, значит, сказали, мам, приобрети себе подарок на 8 марта. Что я и сделала. Я приобрела себе вот такую вот икону Святая Валентина, так как у меня имя Валентина. Вот поэтому я приобрела Святую Валентину, набор этот для изготовления иконы, иконы из ювелирного бисера. Икона размером с ладонь будет вот такая. Эта икона именная, она содержит в себе высокую духовную ценность, вот поэтому это из святых, эта иконочка, церковь ее приняла как нареченную в честь празднования именинного ангела, поэтому эти иконы всегда почитались на Руси, каждый верующий имел икону с изображением своего святого покровителя, поэтому я тоже себе приобрела своего святого покровителя, святую Валентину, так как имя меня, как я говорю, что от имени святого Валентин. Сейчас посмотрим, что здесь, значит, это инструкция. Инструкция. Бисер. Красивый бисер. Очень такой бисер. Вот такой не чешский, наверное. Даже не могу сказать. Ладно. Бисер всех цветов, которые предназначены для вышивания. И что входит еще здесь? Канва. И на канве здесь рисунок. Бисером я никогда не вышивала, поэтому для меня эта икона моя будет Святая Валентина. Именно началом моей работы бисером. Но она вот не с ладонь, чуть-чуть даже больше моей ладони. Вот такой вот будет у меня мой покровитель, Святая Валентина. Сделаю, работает, потом покажу. Так, значит, это дали мне, завели карту постоянного покупателя. Вот Леонардо Хобби, гипермаркет. Я ее приехала, зарегистрировала, эту карту. И теперь я буду, если постоянно буду пользоваться, значит, я буду иметь, первое накопительное идет на сумму 1500 рублей и выше. Если покупаешь ты на 1500, тебе дают вот эту карточку бесплатно. А потом уже идет начисление, вот, и дальше уже идут, как говорят, проценты. От 1500 рублей 4%, от 3750 рублей 4,5%, от 7,5% 5000 и дальше. От 100...
дарите женщине любовь, с букетом роз дарите смело, чтобы душа от счастья пела, чтобы кипела в венах кровь. Дарите женщине цветы не только в день 8 марта, ее судьба начало старта, а вместе с ней и я, и ты. Дарите женщине цветы. Каждого рассвета, чтобы она была согрета дыханием любящих сердец. Дарите женщине мечту, чтоб обрела для счастья крылья, и вам удастся без усилий познать земную красоту. Дарите женщине мечту. Дарите женщине любовь.